В микрорайонах округа ремонт подъездов вступил в завершающую стадию. В этом году приведут в порядок более 600 подъездов. Большая часть из них уже готова. Среди домов, попавших в план по текущему ремонту, и 3 дома на Совхозной. В домах 4 и 4А привели в порядок напольное покрытие и завершили малярные работы. А в доме 4Б покраска стен и потолка идет полным ходом. Кроме этого, заменят двери. У нас в заказе уже двери тамбурные и входные металлические, и мы произведем замену дверей. Также планируется восстановление напольной плитки на первых этажах. В среднем ремонт в каждом доме длится 2 недели. За это время рабочие успевают покрасить подъезды в соответствии с пожеланиями жителей, починить напольное покрытие и обновить входные группы, а по мере необходимости заменить окна. Все красиво, абсолютно все. Второй раз за всю нашу бытность это происходит. Все работы будут завершены к концу сентября. Если жители хотят, чтобы какие-то работы были проведены и по их дому, то необходимо провести общее собрание собственников, утвердить работы, необходимые для исполнения, вместе с управляющей компанией этими работами заняться. При проведении ремонтных работ все пожелания и замечания жителей учитываются в первую очередь.